Тема моего выступления находится в контексте большой темы о необходимости и возможности смены агротехнологического уклада в сельском хозяйстве. Подтема «Рост цен на удобрения требует новые экономические решения от аграрии». Что у нас происходит? Вообще последние 3-4 десятилетия. Существует диспаритетный рост цен, скорость роста цен на ресурс, нужный аграрию, опережает рост цен на продукцию, которая выращивается на поле. И общее решение в мире, которое есть, увеличивается система дотаций, чтобы разрыв, вот эти ножницы, не стали такими, чтобы это не повлияло на рост цен на продукты питания, что может привести к определенным политическим потрясениям. То есть диспаритетный рост цен – это объективная реальность. И в Российской Федерации это самое слабое место, потому что помощь аграриям Российской Федерации крайне незначительная. Вот эта табличка помощи, если в Европе, в Евросоюзе $890 на гектар экономических дотаций делает государство, в Китае это бы больше $1185 000, в Японии около $13 000, в Швейцарии около $15 000. А в России $36 на гектар, условно 4 миллиарда разрешенные при вхождении в ВТО, на самом деле у нас распределяется всего 2 миллиарда, и эти деньги достаются большим холдингам. То есть получается, что никто так не защищен, слабо защищен, как российские аграрии, от вот этого колебания цен. Цены на минеральные удобрения примерно таковы. То есть, насколько они изменились за последние 45 лет. В 70-х годах за 1 килограмм зерна давали 3 килограмма фосфорных удобрений. Сейчас за 1 килограмм зерна, сколько стоит? 15 тысяч рублей. А тонна фосфорных удобрений стоит больше 60 тысяч рублей. Значит, у нас где-то 200-250 грамм за 1 килограмм зерна. Что нам предлагается? Нам предлагаются технологии, которые преподаются в вузах до сих пор, которые сформировались в 80-е годы прошлого столетия, и которые с той экономической реальностью, которая на нашем поле происходит, никак не вяжутся. И получается, что мы находимся в таком агротехнологическом коллапсе, из которого выходов нам не предлагается, и вместо того, чтобы что-то решать, нам пустышки предлагают. Давайте заниматься органическим сельским хозяйством. Понимаете, это такая затрата ресурсов и времени, что уму непостижимо, потому что производство органической сельской продукции, органическая растениеводческая продукция, это меньше 1% общего то, что производится в мире, то есть у них всего лишь 1%. И такая организация FAO ООН, которая контролирует производство продовольствия, до 2009 года это направление поддерживала, а с 2009 года было признано неинтересным. И оно выведено в ту сферу, где отсутствует поддержка информационная. Кроме Российской Федерации, где об этом любят говорить, но за этим разговором ничто не стоит. Но какие вещи есть в органическом сельском хозяйстве? Они пытаются работать на природном ресурсе. Я веду понятие, что такое природный ресурс. И постараюсь сейчас обновить, перед тем, как я его введу, несколько основных понятий. Есть понятие плодородия почвы. У нас есть закон об охране плодородия почвы, где наши отцы-законодатели даже не понимают, что такое плодородие почвы. Там отсутствует плодородие почвы. Я объясню, в чем эта разница. То есть плодородие почвы – это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаги, воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности. Это ГОСТовское понятие 80-х годов, которое должно было где-то в 2003 году обновиться. 15 лет обычно существует утвержденное понятие. У нас обновления нет. У нас путают с понятием агрохимический потенциал урожайности.
То есть плодородие почвы – это способность почвы обеспечивать растения всем необходимым питанием, воздухом, водой. Агрохимический потенциал урожайности – то, что меряют химики. Химики измеряют доступные элементы питания для растений. Это разные понятия. Агрохимический потенциал урожайности к плодородию не имеет отношения. А у нас произошло смешение понятий. И у нас, говорит, у нас почва теряет свое плодородие, нужно насыпать минеральное удобрение. С точки зрения почвоведения классического, минеральное удобрение – это средство повышения урожайности растений, но фактор, разрушающий плодородие почвы. То есть минеральные удобрения позволят вам урожай повысить, а плодородие почвы вы будете уничтожать. Потому что плодородие почвы – это определенная функция почвы, в которой происходит элемент почвообразования. То есть, если мы возьмем склон горы, особь, и никаких там минеральных удобрений нету, никаких там органических веществ нету, и вдруг мы видим, там начинают расти отдельные растения. То есть, возникает некий процесс. Живое растение, вещества, которые оно выделяет, микроорганизмы, которые поселяются на корнях растений, и там возникает процесс почвообразования, когда из минеральной матрицы начинают вытаскиваться в доступные для растений формы определенные химические соединения. Ну, об этом подальше. Сейчас я просто хочу показать по минеральным удобрениям и по их эффективности. У нас нет понятия эффективности удобрений. На самом деле в мире эти понятия есть. Это Цинао с ее конференции. Сейчас это Институт агрохимии и Институт удобрений имени Прянишникова. То есть слили два института, и вот на вот этом интересном слайде показано, сколько отнесенных удобрений можно получить урожайности. Например, в России, достаточно свежая табличка, в России, например, на 17 килограммов ДВ мы вышли на урожайность там, 25 центнеров с гектара. Вот если идти по логике того, что удобрения это хорошо минеральные, Китай, который понастроил огромное количество заводов по химическим удобрениям и многократно превышает то количество, что производит в России, и у них эти дотации 1100 долларов на гектар, они ему кладут 526 килограммов ДВ и имеют среднюю урожайность 59 центнеров на зерновое. Нету прямой связи количества вносимых удобрений с урожаем. Плодородие почвы и агрохимический потенциал урожайности – разные вещи. Та модель, в которой мы работаем, и где мы кладем удобрение для удобрения, минеральное удобрение для удобрения почвы, эта модель крайне затратная. По экологии еще определю, ввиду понятие такое. У нас экология – это все что угодно, экология души. Это наука о помойках. Охрана природы, экология делается знак равности. На самом деле экология – это часть общей биологии. Это наука о взаимоотношениях различных форм жизни между собой, Обмен энергии, связи, структура, функционирование этих систем. И почему-то это выводится за пределы агрономических знаний. Мы не знаем, как управлять этими процессами. Хотя в 80-е годы существовали интересные направления, где это было тоже часть общей биологии, направление ценологии или агроценологии, биоценологии, наука о сообществах, которые изучали взаимоотношения растений и микроорганизмов, самой почвы как таковой. И они подошли к очень интересным вопросам, два слова скажу о них. Экономика любого сельскохозяйственного производства определяется соотношением природного и человеческого ресурсов продукции растениеводства. Есть ресурс бесплатный. Солнце, за него не платим, тепло не платим, атмосферные осадки не платим, естественное почвенное плодородие. Мы можем посеять 12 центнеров озимой пшеницы, мы получим. Нам говорят, вот 12 это естественное плодородие. То есть что-то все-таки откуда-то так берется и где-то все растет. А это никто не изучает. А почему мы 12 центнеров? А можем ли мы использовать бесплатные природные ресурсы и получать 80 центнеров? А уже бесплатные? А как научиться пользоваться ресурсом? Как научиться собирать влагу? Как увеличивать ее количество?
это вот в моей большой презентации есть. Есть человеческий ресурс, искусственное освещение, обогрев в защищенном грунте, искусственный полив, дополняющий и замещающий атмосферные осадки, минеральное удобрение, дополняющее и замещающее естественное почвенное плодородие, использование потенциальной специальной сельхозтехники, насос, горючее, смазочных материалов, человеческий труд и так далее. Мы создали интересную систему, она находится сейчас, вот есть модель Нормана Барлауга. Если кому имя Нормана Барлауга неизвестно, это отец-основатель зеленой революции. Он создал свою систему, которая в 1964 году была ввезена после поездки Хрущева в Соединенные Штаты, и она у нас называется система интенсивного ведения сельского хозяйства, интенсивного растениеводства. Это система Нормана Барлауга, и есть система органик. Вот мы то, что предлагаем, это находится между ними. Кто хочет органик заниматься, занимайтесь. Система Нормана Барлауга, ее самый главный момент, она слишком дорогая. То есть мы попытались агробиологию соединить с генетикой, ту, которую выкинули, и включили определенные управления биологическими процессами для того, чтобы изменить экономику сельскохозяйственного производства, как можно больше увеличить присутствие бесплатного ресурса при выращивании растений. Их существует три уровня. Есть биометод у нас по биопрепаратам, в том числе применение азотфиксирующих, микробофосфат мобилизующих. У нас представлено с десяток фирм присутствует на этой выставке. Биометод – это попытка заменить химию биологии, он дает эффективность всего 5-15%. Крайне низкая, крайне неэффективная модель. То, что мы предлагаем, это система биоконтроля, когда мы запускаем с помощью микробов, но микробных препаратов, но совершенно другого типа. У нас в микробных препаратах не один-два микроба. У нас находится по 15 микробов, по 8 микробов. Те микробы, которые могут приживаться в этом микробном корпусе в почве и запускать процессы почвообразования. Те, которые восстанавливают почвенное плодородие. На них можно получить до 250% прибавки урожая. Если мы выстраиваем более сложную модель взаимоотношения растений с микробами, мы можем вытащить генетические предпосылки. Я впервые столкнулся с уровнем биоконтроля в 2006 году, когда была опубликована статья по опыту такого Александра Александровича Касича, который в условиях Ставропольского края научился выращивать озимую пшеницу без одного грамма минеральных удобрений. И была опубликована статья, она как раз вот деловой крестьянин и корреспондент в Ставропольском крае сделал несколько публикаций по Касичу, они эту тему продолжают, они нас пригласили, то, что мы можем об этом говорить. Что удалось сделать тому человеку, и это был сумасшедший человек, но который добился, абсолютно не имея представления о нормальной агрономии, и это ему помогло. Он добился результата 46 центнеров озимой мягкой пшеницы без одного грамма минеральных удобрений, пшеница первого класса. И у меня был, я жил тогда в Подмосковье, у меня директор Рязанского НИИ сельского хозяйства сказал: слушай, съезди туда с моим замдиректором по производству и посмотрите, врут они или это действительно на самом деле. Он оплатил поездку, мы туда поехали, мы нашли этого человека, действительно ему удалось это сделать. Но первый год у него было урожайность 7 центнеров с гектара, второй год у него было урожайность 9 центнеров с гектара, третий год у него урожайность была 12 центнеров с гектара. На четвертый год у него получилось 34 при среднерайонах 30, и пятый год 46 с криковиной 41. Это действительно было хозяйство, действительно там районные власти подтверждали, Прикумская опытно-селекционная станция. Конечно, с Краснодаром по урожайности сравнивать нельзя, но среднерайонная урожайность 3 центнера. Это вторая зона, это зона недостаточного увлажнения, это светло-каштановые почвы, но никак нельзя равнять с Кубани. Но все равно, и для нас это был прецедент. Мы не могли понять, как это было, но технические моменты мы там могли наблюдать. Что он использовал? Он работал с брюшными мясорками.
он использовал японский препарат, который с Дальнего Востока они заказывали. Препарат там называется QC в Японии. Они его разгоняли, и после уборки у него была пшеница, по пшенице еще не сказал. Они его обработали соломой и передисковали. Пахоты у него не было, у него была минималка. В чем суть этого проекта? Мы говорим, что почва, она может давать определенный потенциал урожайности, и мы можем активизировать процессы почвообразования. В чем недостаток, что не преподают в вузах? Когда вам дают систему питания растений и агрохимию, и почвоведение, это же разные кафедры. Это кафедра агрохимии, кафедра почвоведения. Еще Калинин в свое время до войны, когда структуру сельхозвузов утверждали, их развели вместе. Их вместе держать нельзя в одной комнате. Потому что агрохимики — это агрохимики, почвоведы — это почвоведы. Вот. Агрохимики, им самое главное, сеть больше селитры, будет тебе счастье. А нас интересует, у нас денег нет, нам нужна эффективность применения всего. А если можно от чего отказаться, мы должны знать, от чего отказаться. А если нам нужно, ничего вообще нету, чтобы не умирать, нам нужно придумать, как сделать, как запустить процессы почвообразования настолько интенсивны, что у нас были бы не просто урожай, а очень высокий урожай. Или как совместить минеральные удобрения с биологией, чтобы нас было всего много, и мы много денег в кармане имели. Потому что дальше у меня был вопрос, который стоял, каким образом... Вот Касич начал работать с биологией, но у него 3 года было просадки. Если я вам скажу, селитра — это зло, ее не используете, готовы ли вы упасть на 7 центнеров? Если вы там свои 41 центнер на Кубани не соберете, вас могут землю отобрать. И был вопрос, а что можно сделать? И вот тогда мы полезли в тему некорневых подборов. Ведь в чем хитрость этих моделей? Вот что такое устойчивая ценоза, как управлять взаимоотношениями растений и микроорганизмов, стратегии ценоза. Если вы клали минеральное удобрение в почву в течение длительного времени, ну, нужны микробам азот? Конечно. Нужен азот. Фосфор нужен? Конечно. Нужен фосфор. Это мегатериум, бацилл. Ну хорошо, бацилл с мегатериум. Но нужен же вообще? Конечно, конечно. Теперь вопрос. Если в почве вы халяву не даете, они начинают заниматься, вытаскивают из почвенных минералов то, что им нужно, фосфор, калий, микроэлементы, из воздуха они начинают переводить азот из газообразного состояния в разные формы. И пока вы даете минеральное удобрение, работать никто не будет. Или будут работать чуть-чуть. И вот эти 12 центнеров, или там, как нам говорят, 50 кг МДВ, вы можете за счет деятельности вот этих природных процессов иметь для своего поля. Я познакомился с ребятами с института физиологии растений и микроорганизмов, он немножко по-другому называется, но смысл такой, которые в 80-е годы изучали систему взаимоотношений. Они говорят: Александр, знаешь, что мы обнаружили? Во-первых, то, что у нас дают знания, что азотобактер, азоспирилум, там, или еще там разные эти, есть азотофиксирующие микроорганизмы. Они говорят, что в почве азотофиксация занимается до 90% микроорганизмов. Одни больше, другие меньше. И почвенное сообщество заинтересовано в том, что если нет азота, его набрать. И говорят, что если с этими зверями договориться, а мы относимся к ним как к живым существам, имеющим определенный разум, он говорит, что им удавалось сделать в 1000 раз больше, чем то, что мы имеем на среднем поле. Если на среднем поле 50 килограммов ДВ, 3 нуля нарисуйте, сколько у вас получается? 50 тысяч килограммов. То есть 50 тысяч – это 150 тонн селитры. То есть можно сделать азота столько, сколько даже нельзя представить. Но я говорю, как вы это докладывали на конференциях, там, где-то в отчетах? Он говорит: нет, мы ведь не писали. Мы писали 1,5, 1,7. Нам ведь все равно никто не поверил. Ну, в общем, это хорошее научное направление существовало до 89 года. В 89 году его закрыли. У нас по стране работало примерно 25 человек. Кто-то во Львове, кто-то в Саратове, кто-то еще. Потому что были слишком умные. Они сказали, создание дефицита питания приведет к разрушению страны.
к разрушению сообщества. Но они изучали вот это вот взаимоотношение, это хорошая экология наука, это ценология, ее часть сейчас общей биологии, вот они эти вещи изучали. Я к тому, что это управляемые вещи. Теперь существует несколько разных технологий, в которых они сводятся к трем основным моментам. Набор технологий агроприемов, растения, чтобы получить урожай, нужно накормить, напоить и защитить. Мы можем это делать за счет платного ресурса, можем научиться за счет бесплатного ресурса, можем иметь несколько промежуточных вариантов. Вот это Норман Барлау, отец-основатель зеленой революции. Вот он. Умер, кстати, в 2009 году и был один из таких товарищей, который говорил про ГМО. Его модель стоит на четырех китах. Вы этих китов знаете вот и до, потому что они все известны, все совещали на всем уровне, и все наше преподавание в вузах, оно строится на них. Основное дело, лучший сорт или гибрид растениеводства. Все совещания, вся наша выставка, какие лучшие сорта и гибриды появились. Много-много минеральных удобрений. У нас стоят продавцы минеральных удобрений и каких-то минеральных добавок, ну, я их тоже называю минеральными удобрениями. Третье, хорошая защита с помощью химических средств защиты растений. У нас вот целый павильон химиков и по возможности полей. Вот эта модель очень дорогая, на ней построен международный агробизнес, люди зарабатывают деньги, и они управляют дисперсионным ростом цен, они заставляют цены расти, расти, расти. Богатое государство отстегивает деньги, чтобы там случилось обвал продовольственного рынка, а у нас в стране этого нет. Поэтому нам нужно идти своим путем. Мы придумали вот эту вот модель, причем она оказалась очень тяжелой, то есть почвы стали терять структуру, появились уплотнения, влага не опускается, то есть бесплатный ресурс теряется, уже не пашем, чизелюем. А вот эта естественная почвенная структура, в которой идут естественные процессы, на которых можно строить огромную урожайность без применения минеральных удобрений, это Костычев, который этим занимался, это идея лобильного гумуса. Вот что такое гумус? Как нам его дают? И нам говорят, гумус – это источник плодородия. Как же нам дают? Гумус – это следствие. Не источник плодородия, следствие. Просто процессы биологические идут, и что-то остается неиспользованным. Ну и как сахалей это все откладывается. Он как бы следствие плодородия. Плодородие – это активный биологический процесс. И вот эта таблица, которую взята из американского учебника, она на английском языке, я делал накладки, она разделяет гумус на две части. Есть органическое вещество почвы, по Тьюрину, если вы там проходили, как его определяют гумус? Высушивают, выжигают, там не разделяют живая часть и мертвая. И есть какой-то процент живой части в общем органическом веществе. У нас плодородие почвы сидит в количестве живых организмов, которые есть в почве. И та деградация, та минерализация гумуса, которая происходит, а нам говорят, нужно минерализовывать, чтобы добраться до питательных веществ, у нас идет потеря лобильного гумуса, она состоит из того, из живой биомассы, чем она питается. У нас идет возложение живой биомассы, ее потери. Следствия у нас какие? А есть пассивный гумус. Что такое пассивный гумус? Это органика, это глубиновые кислоты. Почему образование, они активно не участвуют. Они не разлагаются, неубиваемые. То есть было у вас 8%, упадете до 4%, ниже 4% вы упадете. Хотя нам говорят, что скоро там его не будет. Будет он. Вот вы упадете до вот этой подошвы пассивного гумуса. Все. Ну и когда я рассказываю, что такое пассивный гумус, это органика, которую съели несколько раз. Дальше ее уже, вот она уже дальше не кушается, это уже такие стабильные соединения почвы. Надо наращивать биомассу. Наращивать ее 0,1% от общего органического вещества почвы, у вас почва будет работать по-другому. Что видят почвоведы, что видят агрохимики? Почвоведы измеряют доступный фосфор, например. У вас в вашем регионе идет это по Мочегину. 8 это ничтожно мало миллиграмм. 25 это как бы хорошо, выше 30 это вообще супер.
и вам говорят, вам нужно, чтобы биохимические анализы были соответствующие, и опять у вас страшилка на купане упадет плодородие почвы, но они считают, что плодородие почвы нет, это биохимический потенциал урожайности. И все у вас будет землю забирать. У вас вот такая страшилка последние 2-3 года. Вот. То, что видит агрохимик, это 1/200 того фосфора, который есть в почве. То есть соотношение доступного фосфора, то, что агрохимик видит, и соотношение валового фосфора 1/200. Ну, такой вот маленький нюанс. Институт почвоведения в Москве. Есть человек на Африке, который занимается, вот его спросить, но об этом не говорят. Поэтому вас будут страшилки давать, вам скажут, нужно фосфор сыпать. А вопрос, а почему нам не включить процесс, чтобы его вытаскивать, этот фосфор, из низоступных соединений, делать доступными для растений? Хорошо, мы 20 сантиметров при химической обследовании, и мы теперь знаем, что там 200 раз больше, чем мы показали в химии. И у нас, говорят, корневая система 20 сантиметров. А помните, я вам почву показывал, естественная структура почвы. И целое направление сейчас идет в Соединенных Штатах, Южная Дакота. Вот они в Ростов-на-Дону приезжают весной, там Рик Бибер приезжает. Он смог создать модели выращивания кукурузы, где кукуруза работает на 1,5 метра глубины. Понимаете, какие процессы там биологические идут и сколько там можно иметь. И есть у меня фильм, я даже с собой, и он говорит, ребята, вот у меня поля 70 центнеров кукурузы, вообще химии нету, ничего нету. А вот поля 80 центнеров, но там влаги не хватает, в следующий момент влага. Вот здесь 80 центнеров. И все говорят, надо вот стремиться к большому урожаю. Ну вот у меня вот доходность поля 70 центнеров такова, а где 80 центнеров, у меня доходность совсем другая. То есть мы говорим, что если мы хотим оптимизировать или решить ситуацию с удобрением, нам интересно заниматься восстановлением почвенных процессов, и самый дешевый способ, чтобы это запустить, это применение препаратов для разрушения солома. Вот у нас есть 3 степени препарата основные. У нас есть 4-й препарат для риса. С институтом риса в 2013 году мы сделали препарат, который за месяц разрушает солому риса. И можно эту солому не сжечь. В 2014 году ее разрешили сжечь, поэтому у вас туман стоит, когда жгут рисовую солому повсеместно. Но препарат есть, 2 статьи есть, прибавка урожая есть, но технология не внедрена. И суммируя вот этот маленький кусочек, нормальной кубанской почве должно быть 30 тонн биомассы живой, 30 тонн. А там можно уронить до 500 килограммов живой биомассы с 30 тонн. Если мы до 50, до 500 килограмм роняем, или да, хотя бы до 1,5 тонн биомассы, то тогда у нас основное питание идет за счет азотных удобрений. Понятно. Значит, нам нужны технологии по восстановлению здоровья почвы. Есть понятия, которые введены по-английски, это будет soil health. Это способность функционировать почвы как живая система. На английском языке в Википедии есть, и они говорят, теория Либиха неверна. И чем сложнее система почвенная, тем больше она может собрать питательных веществ, сделать вот этот круговорот, и растения, включенные в круговорот, будут иметь на хорошие, на большие урожаи. Вот это вот растение, это схематическое изображение растений. Растение, функция растения какая? Растение берет солнечную энергию через фотосинтез. С помощью фотосинтеза из углекислого газа делают сахара. Органическими веществами, которые получаются в результате этого общего процесса, она делится с микроорганизмами, а те включают процесс почвообразования, вот эти вот муцигели, вот это заселение корневой системы микроорганизмами, и они как раз обеспечивают растение всем необходимым. Можно управлять интенсивностью этого процесса легко, что мы предлагаем. Мы предлагаем свои 4 кита, ну просто нужно же какие-то такие схематические вещи делать. Мы говорим, что нас интересует грамотная защита растений, химия плюс биология. Почему нам нужна химия? Потому что мы начинаем работать не с целины, мы начинаем работать на деградированных почвах, где накопилось огромное количество плесневых грибов, которые паразитируют на растениях.
Почему плесневые грибы накопились? Потому что общий ценоз разрушен, и плесневые грибы – организмы, имеющие больший адаптационный потенциал, лучше приживаются в тяжелых условиях, лучше себя чувствуют. Мы научились химии с биологией работать, вроде бы к питанию растений никакого отношения не имеет, на самом деле абсолютно прямое. Потому что фосфор не мигрирует в почве, если мы имеем корневую систему маленькую по объему, ну, то есть она, видите, вот этот объем, ризосфера, то растение может брать фосфорное питание с маленького объема. Если у нас корневая система большая, она может брать с большим объемом питания. Понятно, да? Второй вопрос. Чисто технически, а можно туда поселить азотофиксаторы? Я говорю, что в принципе в здоровой почве азотофиксаторы сами за счет вот этого целого комплекса микроорганизмов дадут огромное количество азота. Но мы же стартовая ситуация для нас та, которая есть, а можно какие-то азотофиксирующие организмы все-таки положить на корни. Оказывается, можно. И когда мы начали работать на семена, стали ложить азотофиксаторы, потом азоспирилумы, потом мы стали смесь азоспирилумы и азотобактер с азоспирилумами мешать. То есть получилось два вида, каждого по 7 штаммов. У нас получились фантастические вещи, потому что кроме дополнительного питания мы получили абсолютную устойчивость к засухе. Интересно? Только дальше я там это остановлюсь, у меня там целая эта модель цитозацики. Вот. Поэтому мы говорим, вот в этой модели у нас первая грамотная защита, химия с биологией. Раньше мы дрожали, что вот химию с биологией мешать нельзя, вообще биология чуть ли не дождевая вода. Ничего подобного. Фунгициды на бактерии не действуют. Фунгициды убивают грибы. Поэтому делать хорошие схемы, подбирать эффективный фунгицид, ложить на него нормальный микроб и только не за месяц там семена протравливать, а поближе. И получается прекрасно, мы получаем дополнительное питание и мы получаем устойчивый к засухе. Почему устойчивый к засухе мы получаем? Кто может сказать? Вот почему? Поправочку. Приманил и медсодержащие убивают бактерии. Так, некоторые медсодержащие убивают, тиран. Убирает, и тиабендазол убивает. Поэтому мы должны знать, что вот тиабендазола не должно быть. У нас куча смесевых препаратов с тиабендазолом. Я говорю, сразу деньги на ветер будут. Тирам у нас сейчас практически не применяется, но лет 10 назад это был очень востребованный продукт. Бенамил убивает. Бенамил не сейчас. На 40% может быть, но не полностью. А? Сейчас тиран используется для протравления семян. Нет, он используется для протравления. У нас нет проблемы бактериоза. Вот понимаете, у нас есть волны болезней. И мы почему-то считаем, что вот у нас, какие они были, вот то, что учились там, кто сейчас учится в УЗИ, кто учился 30 лет назад. Потом говорили, как они выявили фузариозно гельбутоспориозные гнили там, и все такое прочее. Да там уже там фузарий был один 10 лет назад, 20 лет назад. А под него Сингента заточила свои препараты. Сейчас фузари изменились, и сингентовские препараты на новых фузариях не работают. Бактериазы не штаммы, виды другие, виды. Их там... 51 вид у нас в этой же почве, а в 91 году. В 91 году 51 вид по фузариуму, да. А сейчас появился фузарий, который с кукурузы перешел на зерновые колосовые. А он дает дикую неустойчивость к засухе. Я могу показать, как он выглядит. С 2013 года на Кубани это такой хороший гость. И вам рассказывают про захват, про прихват. Потом у него есть аноморфы гиберелла фуджиколи. У вас придумали гибели нос, потому что у вас безграмотный товарищ Хугао, вот он разбился, кстати, ну, после. Это изобретение вот кафедры защиты растений Хугао. Гибели нос, это такая фантастическая вещь. Ну, у нас много фантастических вещей. Растение, когда берет азот, оно берет его через изменение концентрации. Оно взяло азот, а потом азот через диффузию подтягивается.
А если воды нет, если засуха, легкая засуха, или корневая система маленькая, там больная, плохо подтягивает, растения начинаются голод, много говорят, нужно срочно все это там кассом отработать, крупные капли по листу, чтобы почву там дало, все. А растение, понимаете, оно работает, если через корень, оно качает воду, воды нету. Потому что это вот механизм диффузии, подтягивания, все, воды нет. А у него голодание, когда голодание у растений, что у него получается? У него включается ускоренное старение. То есть у него равновесие цитокининов мало становится. Там есть два гормона, которые определяют развитие растений. Ауксин и цитокинин. Где ауксины синтезируются? Наверху. Цитокинины внизу. Вот когда они работают вместе, все растение. Когда вдруг пошел разрыв, процесс начинает, включается синтез ауксина, этого этилена, и растение начинает стареть стремительно. То есть мы видим, когда вот этот карликовость появляется, маленький колосок, 8 зерен, все. Можно ли решить этот вопрос? Я специально, если меня не прогонят, успею разобрать систему листовых подкормок, потому что маленькими дозами, от даже 5 килограммов по листу, мы можем остановить старение растений и его ситуацию в засуху. Потому что оно скукожило, закрыло устицы, воду не качает. Но пока у него хватает, первое, чего он страдает, начинается на жару от голода. И там начинаются вот эти вот подкормочки, маленькие азотом по листу. Раньше этого не знали. Почему раньше об этом не знали? Потому что раньше не было опрыскивателей. Опрыскиватели появились в массовом количестве всего 15 лет назад. У нас не было механизма управления урожайностью через систему листовых подкормок. Она появилась недавно исторически. Она не разработана. Единственное, что у нас сейчас предлагается, это корректирующие подкормки. А я говорю, что можно основные подкормки делать через лист. Я буду разбирать систему концентрации. А сейчас закончу по корням. Если у нас сидят азотофиксаторы на корнях, они компенсируют ситуацию голодания растений. Как воды нету, воду качать не надо, ну как бы не могут качать. Но когда в корневой зоне, если работающий азотофиксатор, азоспириум, еще там несколько видов азотофиксирующих микробов, они дают ту необходимое небольшое количество азота, чтобы растение не включило программу старения. А я еще, когда делал препарат первый в 2012 году, я нашел несколько штаммов азотобактера, которые выделяют большое количество цитокининов. То есть растению ты не только даешь азот, а ты еще не даешь ему стареть, потому что идет гормон деления клеток. Вторая вещь – восстановление плодородия через работу с корневыми остатками. Я вам говорил, что через солому мы можем включать почву. Если у нас там не какая-то дурацкая триходерма, а хороший консорциум, или хотя бы консорциум японский, у нас на самом деле три консорциума есть. Потом дробные некорневые подкормки минеральными удобрениями по фазам развития растений. И система элемента, сберегающего земледелие, ну и я думаю, что это немножко рамка другого. И вот у нас есть агротехнология восстановления почвы, заместительное применение химических препаратов вместе с биологическими, так называемая стратегия коррекции микробных цинозов. Но опять это все напрямую связано с питанием. Пару слов о препаратах, которые биологически используются для восстановления плодородия почвы, то есть для восстановления почвенных процессов. Это ассоциации, удалось концепцию такую создать. Это до 15 микробов в одной канистре, в одной упаковке 15 микробов, которые обладают способностью приживаться в почве, приживаться на поверхности растений. Там есть фосфат мобилизующий, там есть азотофиксирующий, которые могут включать почву. Результат идет на следующий сезон применения на соломе. Результат вы видите на следующий сезон. В принципе, это 15-20 центнеров плюс. У нас тут был интересный эксперимент. Вчера выступал человек, который рассказывал, что вот у него было 70-80 центнеров, а сейчас у него 50 стабильно. 6 лет мы проработали вместе с ним,
И мы применяли у него вот эти микробные препараты, запускающие почву. Он получил две медали, приравненные к ордену в Ростовской области. И вот этот вопрос. А потом мы в 2006 году, 6 лет назад, перестали с ним работать. Я для себя думал, насколько хватит потенциала почвы. 70-80 он имел в Зерноградском районе Ростовской области. Себестоимость пшеницы 3-3,5 рубля за тонну. Он вышел тогда больше $1000 чистой прибыли на пшенице. Это не купать. С гектара $1000 чистой прибыли. Выше $1000. Но у меня сейчас есть такие хозяйства во многих регионах, где мы имеем бесплатный ресурс, который повышает себестоимость. Там была система некорневых подкормок. И вот это вот то, что включало почву. И здесь используется принцип синтрофизма, когда каждый микроб держится друг за друга, один за всех, каждый за себя. А есть те, которые препараты, один микроб, один препарат, и он работает определенное время, сезон, а на будущий год он не может прижиться в почву, он пропадает, нужно заново работать. И вот как, кого можно поселить почву из соломы, сделать микробное удобрение, восстанавливающее почву. И вот это Террио Хига, 83-й год сделал препарат. Вот это вот мы против сжигания соломы. А вот это то, что я видел на полях, начинаешь копать. И вон подушка соломы прошлого года, абсолютно не разложившаяся. Тот дисбактериоз почвы, который получается. А потом мы должны кидать азотные удобрения, которые должны запустить биологические процессы. И если у нас вот эта биология стоит 300 с чем-то рублей на гектар, то центнер селитры сейчас будет стоить, ну, стоит больше 3000 рублей на гектар, если мы хотим кинуть компенсирующее азотное удобрение. Это дешевле, это проще. Вот это развитие озимого ячменя, посеянного по подсолнечному старопольству. Вот это развитие, вот это вот ущелье, мы видим, какие растения. Простой метод, который используется, дискатор, на котором стоит бочка с микробами. И вот два поля. Слева и справа это одно поле, разделенное на две части. Где мы работали, а где мы не работали. И тут очень интересная вещь. Я когда слышу, когда нам рассказывают сказки про точное земледелие, про цифровизацию, я задаю вопрос, на чем построено точное земледелие? Они нам говорят, что если мы берем образцы агрохимического анализа, в этом части поля или вот в таких-то местах мы наблюдаем мозаичность. Тут этого много, тут этого мало. Мы делаем электронную карту, мы привязываем анализы к электронной карте, потом у нас едет машина, которая тут сыпет больше, тут сыпет меньше. Ну так же они говорят. Наша концепция какая? Наша концепция говорит мозаичность. Это просто разная биологическая активность, которая определяет участок. Хорошо, если у нас ключ к плодородию – это восстановление биологической активности, возьмите биологический препарат, который восстанавливает биологическую активность почвы, обработайте солому и заделайте ее. Вы получите выравнивание по НПК естественным путем, только идете не из какие-то там спутники и все эти прибамбасы, и деньги, которые вы будете сыпать. Просто идите простым путем, и вот мы видим разницу. Тут цветовая гамма плохо передается. Это вон та половина, видите, далее. Вот эта часть поля. Мы выравниваем ситуацию на поле. Понятно? Теперь. Процесс восстановления почвы от 4 до 5 лет. Обычно скорость... на следующий год мы уже видим разницу. Теперь по питанию растений. И цена около 400 рублей на гектар. Что такое питание растений? И с нашей точки зрения, что такое оптимизация? Это вам нужно для того, чтобы подумать, что делать весной. Когда мы разбирались, нам же говорят удобрения, вынос, все такое прочее, вся эта лабуда, что сколько мы можем рассчитывать от 1 килограмма НПК. Ну, килограмм НПК я беру там 19 амофоскул, азофоскул. 4-5 килограммов зерна при внесении и разбрасывании под заделку, отдача удобрений. Если мы в рядки кладем, мы можем рассчитывать на 10 килограммов, прибавка урожая от 1 килограмма. Если мы работаем по листу, то мы можем иметь легко 15-20 килограммов. То есть мы столкнулись с тем,
что от способа применения минеральных удобрений совершенно различный коэффициент полезного действия. И при внесении минеральных удобрений, ну, например, азотных в почву, мы имеем коэффициент полезного действия в среднем в мире 35%. Эффективность применения азотных удобрений. То есть вы внесли 3 центнера, 2 центнера вы выкинули. Они у вас на урожай не работают. По фосфорным удобрениям какой коэффициент, кто знает? 10-20. Как? 10-20. Год применения 11%. Год применения, в Ростовской области... Нет, это при хороших условиях. А по Ростовской области 11%. У нас 20%. Чудесно. Я рад за вас. Вопрос такой. Историю рассказываю. Была такая холдинг «Разгуляние». 450 тысяч гектаров взяли земли Миллера в Ростовской области. Каким-то образом я там оказался, я для них делал экономическую работу, изучение причин убыточности сахарного сухого. Все свекла была очень дорогая в собственном производстве. И мы приехали, я им сказал, к агрохимику ко мне обращайтесь, приведите почвоведение. Приехали кафедра почвоведения, так вот с Хавребом Валерий Сергеевич, с голодными студентами и аспирантами на УАЗике. И они быстро разбежались, как тараканы, взяли образцы, в холодильник положили сразу. Ну, как положено брать образцы, сейчас азот, не увидите. И потом делают анализ, и потом он приезжает, собирает собрание, весна, они как раз вносят удобрение. Он говорит, у вас вот на этой части поле 8 миллиграммов помочения, на этой части поле 12, а на этой части поле 16. Там, где у вас 8 миллиграммов, больше 100 килограммов селитры нету смысла вносить. Потому что что нам делает фосфор? Фосфор делает энергетику усвоения азота. То есть это АДФ, это так? Ну, функция. То есть, ну, не переварят они азот. Где 12, там 150 килограммов селитры, где 200 килограммов, где 16, 200 килограммов можете ложить. Они говорят, а у нас завезено на все поля 200 килограммов, 20. Мы сейчас весной должны на зиму пшеницу внести 200 килограммов. Если мы внесем, нам будет плохо, приедет с Москвы комиссия, скажет, либо хотели украсть, либо вообще ничего не делать. Ну, говорит, я вам сказал, а вы дальше как хотите. Вот классика. То, что она предлагает, вот мы вам сказали, а дальше вы как хотите. Я уехал, чувствую, ребят, душа не на месте. И я звоню в институт физиологии растений Москвы. Там такая Ладогина Мария Павловна, которая потом фирму создала. Я спрашиваю, Мария Павловна, что делать? Она мне говорит, Александр, нам важно не что находится внутри, нет, не что находится в почве, а что находится внутри растений. И как мы вышли из положения? Вот я вам советую вот эти вещи понять. Нету фосфора. Сделали две некорневые подкормки по 2 килограмма монокалий фосфата. Тогда стоил 41 год. Но не можем же мы весной внести амофос, там он не будет, он не успеет, он до корней не дойдет. У него там движение 5 сантиметров в год. И мы 4 килограммами монокалия фосфата выровняли все и получили 44 центнера среднюю урожайность этого, этих несколько тысяч гектаров, вот у меня сотрудник работал тогда, и получили. Я вас начинаю подводить к теме, что есть система листового питания, что на нее нужно обратить внимание. И сейчас еще, поскольку у меня рельсы другие, он сказал, что у меня проблема была, скинулась презентация, которая делает порядок на другой слайде. Нас интересует КПД применения минеральных удобрений. У нас задачу такую не ставят, а белорусы поставили. Они сказали, 4 килограмма, если мы 4 килограмма взяли, с килограмма удобрений слухать имеем, убыточно. Но сейчас, может быть, там другие немножко цифры. И они поставили задачу достичь показателя не меньше 8 килограммов с килограмма сложных удобрений. А сейчас поставили, по-моему, 15 килограмм. Несколько минут. 5 минут будет. Хорошо. Ну, в общем, ай-яй-яй. В общем, они решили вопрос. Теперь. Коротко, корневое листовое питание. С чего все начиналось? Водные растения питаются всей поверхностью растения.
корни для водных растений – это то, что их держит, чтобы их волна не смыла. Земные растения, они, корневое питание у них сейчас базовое, на котором мы сидим и делаем наше сельское хозяйство. А листовая способность воспринимать всей поверхностью растения осталась у растений неизменной. Мы можем запихивать им все минеральные соли с КПД больше 90%. Поэтому нас должно интересовать. Первое. Опрыскиватели. И второе. Растворные узлы. Есть стационарные, есть нестационарные. Нас интересует концентрация, ожоговая концентрация. Сколько можно пихнуть через лист. Ожоговая шкала есть. Еще у нас интересная вещь. Хотели показать, ну что-то там с приборчиком со временем получается. У нас есть препарат, мы меняем редокс-потенциал растений. Что такое редокс-потенциал? Когда вы изучаете сельское хозяйство, изучаете физику, химию и биологию, редокс-потенциал измеряется в милливольтах. Оказывается, что если заряд в милливольтах минусовой, и у нас есть раствор минеральных удобрений, и мы препарат добавляем, который меняет редокс-потенциал, у нас усвоение усиливается, скорость усиливается в несколько раз. В органическом сельском хозяйстве такой препарат есть. Называется 501 препарат. Там горный хрусталь, который в воде болтает, а потом этой водой поливает растение, усиливает фотосинтез. Мы сделали препарат для добавления раствора азотных удобрений, усиливает эффективность азотных минеральных удобрений. Точки входа смеси. Если мы кидаем центры минеральных удобрений, они могут не работать на все фазы, где закладывается элемент урожайности. У нас есть количество продуктивных колосьев, у нас есть длина колоса, у нас есть количество зерен в колоске и масса тысячи семян, ну еще качество, но качество на массу не влияет. Вот это на системе некормильных подходов хозяйная пшеница. Тут вес колоса 3 грамм. Вы можете иметь при недостатке влаги 400 растений на квадратный метр, 4 миллиона в вашей Кубани, и иметь вес колоса 2 грамма. И вот эти 2 грамма увеличения веса колоса ловятся на нескольких фазах. По азоту. Вот эта шкала, кому надо, я могу ее подарить. Вот эта шкала ожоговая. Мы можем весной работать 80 кг каса на 200 литров раствора, начало выхода в трубку 40 кг каса на 200 литров раствора, по флагу мы можем до 10 кг каса, и если там нужно обновить качество 4 кг карбамида и литр вот этого препарата с редокс-потенциалом плюс 6 единиц кабина. Можно работать по-другому, можно работать на 5 кг несколько раз. Спрашиваю, вот нетрадиционный подход, сейчас 3 минуты, все заканчиваю. Я пересекаюсь с ребятами из Калининграда. У них дерново-подзолистые почвы, сильное подкисление, 4-5 pH. И у меня спрашивают ребята, один спрашивает, сколько получаешь урожай? Мы 50 получаем. Вот pH 4,5 не получишь, у тебя фосфор через корни не усваивается. А он говорит, а я в корни не ложу фосфор, я работаю по листу. Он говорит, сколько раз заходишь? 7 раз захожу. Другой говорит, 70, я с ним на выставке пересекаюсь, получаю. На таких же 4,5 pH. Он говорит, я захожу 11 раз. Общая идея такова. Мы можем на маленьком количестве удобрений, на 150 кг каса, при работе с пышными остатками, выходить на урожайность 70-80. Если научитесь работать ровно по фазам, ну годик, то можете получить. Но больше 80 вы не получите, у вас потенциала нет. Но у меня участки полей есть по 110 центнеров. Полей, чтобы 100 центнеров давал, нет. Но вот на этом количестве маленьком получить 70-80, и у вас себестоимость будет в пределах 3,5 рублей. Если хотите меньше, можно где-то собраться. У нас было одно банкротное хозяйство. У ребят себестоимость 2 рубля по этому году получилось. У них урожайность, это Тобольская область, Мичуринский район, урожайность 43. Ребята должны были подойти, и их там видно, мы подошли. И как они смогли получить себестоимость на такую урожайность. Будущий год. Большой экзамен.
Вам нужно будет любым путем выкручиваться. Научитесь системе некорневых подкормках. Все, что вас интересует, вам нужно знать ожоговые шкалы, на которых можно работать, чтобы не жечь листья. Лучше работать карбамидом, возможно, первая подкормка будет кассовой. Маленькими дозами, с чайной ложечкой, по фазам закладки морфологических структур, которые определяют урожайность. Это маленькая часть того, что я хотел сказать. Я предлагаю встречаться чаще. Я вам все эти вещи разберу, и потом вы можете попробовать.